Спонсор этого видео – YouTube-канал Торча. Он делает монтажи по CSGO и Antiernet. Поддержите начинающего летсплейщика подписками и лайками. Ссылка в описании. Привет всем, меня зовут Эспи, и это начало нового выживания. Выживание с нуля на новой карте Нью-Брунсвик. Это хардкорный сервер, так что надо быть осторожным и очень-очень аккуратненько передвигаться. Зомби тут очень опасные, насколько я знаю, они мне могут вырубить с одного удара, потому что нанесут кровотечение. Самое важное сейчас это найти оружие. На хардкорном сервере очень большие проблемы с лутом, и найти что-то стоящее проблематично. Но я нашел уже стрелу. Так. Я уже забыл, как приседать. Все, вспоминаю. Я уже давно не играл в Antiernet. Ребята, это тоже для меня будет вызов. Хардкорный сервер. Это очень-очень опасно. Но я могу обойти этого зомби и чпокнуть его в спину. Ого, это вызов. Это вызов. О, господи. О, господи, он же еще не станется. Это, ребята, это реально что-то эпичное будет? Я... Так. Я уже забыл, ребята, как перетаскивать лут. Это вообще кеклоу. Давно, я, наверное, месяц или полтора месяца не играл в Antiernet. Нет, наверное, месяц. И много чего позабыл. Так что надо вспоминать былое, ребята. Так. Блин, только не ударь меня. Ребята, вы видите это? Это хардкорный сервер. И выживать тут будет очень сложно. Но у меня уже есть топор. Так. Офигеть, конечно. Давай мы, наверное, топор возьмем. Это мы сломаем. У меня, наверное, будут какие-то затупы, потому что я вот забыл, как перетаскивать вещи. Все-таки хорошо, что вспомнил. Так, у меня тут вроде еще один зомби есть. Убив этих зомби, я получу опыт. И на этот опыт я, наверное, прокачаю оверкил, который мне поможет больше убивать зомби. Намного уверенней. Промахнулся. Хорошо. Оверкил качаем и дальше мы идем. Все это уже залутал вроде бы. Тут один домик и один амбар. И, кстати, тут очень большие проблемы с едой. Тут в аирдропах, спавнится еда, ребята. Вот настолько большие проблемы тут с едой, потому что в аирдропах спавнится еда. Это уже что-то новенькое, друзья. Опа, я нашел дорогу и, наверное, сейчас пойду просто по дороге, потому что карты у меня нету, ничего, я вообще не знаю эту карту, не знаю, куда идти, но знаю то, что лучше идти по дороге. Дорога меня куда-то да приведет. Я впереди уже вижу какой-то домик, смотрите. Кто-то тут строится, и насколько я знаю, на этом сервере уже обосновались бандиты, с которыми воюет другой клан. Так, ну что это такое вообще? Территория Ордена. Уберите оружие. Офигеть. Офигеть, подожди. Так, тут можно открыть, хорошо, хорошо. Понятно, короче. Понятно, я понял. Это какой-то РП-объект. Тут, походу, торгуют ребята. Окей. А, тем временем я прихожу в город. Мне этот город почему-то напоминает PAY-225, ребята. Старую версию Antiernet очень напоминает. Ого. И у этой карты есть своя история. У меня уже есть первое оружие, двустволочка с одной дробью. Ну, хоть что-то. Я думаю, стоит зайти на причал, хотя тут есть медикаменты. У меня есть один бинтик. Это очень хорошо, потому что кровотечение тут будет. Зомби, если они меня ударят, это будет очень больно. Так. Но самая главная проблема у меня это еда. Еды у меня нету вообще. И мне надо ее где-то находить. Я сейчас хожу на причал. И... Да, ребята, это мне очень напоминает PAY-225. Смотрите. Это реально очень похоже. Это реально PAY-225. Это Шарлотта Таун. Нет, не Шарлотта. Это Альбертон.
Ребята, вот это ностальгия у меня нахлынула. Если вы хотите, чтобы я вообще поиграл в олдскульную версию 2.2.5, в старую версию, то обязательно пишите в комментариях. Я, наверное, даже голосование сейчас вам повешу, и вы можете проголосовать. Опа, это мне для дома пригодится, это отлично. Это точно 2.2.5, это точно Альбертон. Я уверен на 100%. Офигеть, это очень круто. О, хорошо, пивары у меня уже есть. Так, у нас в этих контейнерах, это понял, строительный лут спавнится. Главное, чтобы у меня на все хватало места. И мне вроде еще один металл надо, чтобы я мог починить топор. Так. Да, еще один металл надо. Нормально. Мне бы еще надо быть штаны, кстати. Да, я поменял скин, а сделал себе негра, потому что негру гораздо легче скрыться в темноте. Так. Окей. Проволока. Проволока мне пригодится тоже. Она вроде даже для крафта C4 нужна. Рюкзак зеленый. А он вроде бы меньше будет. Хотя он такой же, он такой же. Так что берем зеленый. Воу. Так. Бинтики. Бинтики нужны в больших количествах. У меня их уже 3 штуки. Так, зомби. Хорошо. Блин, такая ностальгия, ребята. Я бы даже поиграл в эту, в старую версию 2.2.5. Почему бы и нет? Так. И зашел я в такое время суток, когда все ребята спят, все ребята на учебе, но уже кто-то зашел. Коля, привет, пишет. И ник я себе сделал, Коля. Так, поздороваемся. Отлично. Так, еще тут остались палатки, в которых я вроде бы не был. Или был? Нет, я вроде чекал тут все. Да, я тут все чекал, возвращаемся в город. Опа. Опа! Вот это да! Ребята, вы видели? 2 или 3 удара, сколько он мне дал. Вот это я офигел. Медкит хорошо, что выпал. Как он меня чуть не убил. У меня еще заражений очень много. Мне под зомби подставляться больше нельзя, иначе я просто окочурюсь. Офигеть. Вот это да. Тут у нас банк есть. Фух. Это было стрёмно, ребята. Вот сейчас бы сдохнуть, это вообще, это найсово было бы, да? Тут очень много домов, в которых я еще не был. Тут горящие зомби. Офигеть. Увы, я всех не смогу убить. Еда, я вижу еду. 50%. 42%. Вот эту 31% надо выкинуть. Так. Тут я ничего не подберу. И тут у нас ничего нету, так. Сидя обходим. Аккуратно, никого не агрим. Я хочу зайти в ботанист, потому что я хочу выращивать еду. Это сковородка? Сковородка, это знаете, что значит? Это знаете, что значит? Это металл. И это значит, что мы починим наш топор. И топор у нас будет дамажить гораздо больше. Плюс мы прокачаем скиллы оверкил. И мы становимся намного уверенней. Вот так вот. Ох. Это, слушай, нет. Фух. Офигеть, я застопорился об эту штуку. И меня зомби чуть не схавал. Откуда ты взялся? Блин, еще один пошел. Как же это страшно, ребятки. Фух. Так, у меня есть... Она больше места дает, отлично. Будем с белой ходить. И бинты, обязательно. Обязательно бинты, без бинтов никуда. У меня их сколько уже? О, нормально. Хорошо, если что, у меня есть ствол. На всякий пожарный. Так. Отлично. Но пока что ни черта нету. Дайте, пожалуйста, еды. И попить воды. У меня уже реально проблема начинается с голодом. Я уже буду кушать потихонечку. Да уж, ботанист. Ботанист охраняется зомбаками. Я надеюсь, то, что я пройду незамеченным. Я хотя бы гляну глазком, что там есть.
Блин, я не вижу ничего. Там ничего нет. Блин! Фух, у него что-то выпало. Еда, она просрочена. Эти зомби, они мне могут ваншотнуть. Так что очень аккуратно. Блин, 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 блинский. Как это страшно. Так, одного вырубили. Так. Главное не допустить ошибку. Главное... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сколько тебе надо? Хорошо. Так, штаны, штанам не надо. Это, кстати, стоило их убивать ради штанов. Это очень-очень даже полезно, потому что... Я уже почти фу одетый, у меня даже бронежилет есть. И в ботанисте у нас ни черта нету, никаких семян. К сожалению, мы пока ничего выращивать не можем. Вот огненный зомби, это очень опасный зомби. Слушай, тут вроде есть задний вход, так что мы пройдем туда. Так. Аккуратненько. Ого. Ого, кошеньки. Сколько тут всего открывать можно. Так, 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 так. И тут ничего нету. Да, это мы любим. Так, сюда еще один опасный зомби идет. Мы пока все откроем. Все откроем. Так. Блин, главное, чтобы он меня не зажал. Хорошо. Отлично. Блин, каждый зомби это какое-то сражение. Офигеть. И тут ничего нету, да? Да, тут тоже ничего нету. А это что такое? Это мусор, да? Косос. Я в кососах вроде не был. Так, зайдем со спины. Зайдем со спины и ударим. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. 4 экспириенса. Блин, как же сложно, ребятки. Еда? Я еще буду умирать от голода. Ох, блин. Ох, блин. Что мне делать? Офигеть просто. Я ничего такого не нашел. Так. Офигеть. Так, 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 так. Неужели ничего нету? Похоже на то, что ничего нету. Тут реальные, очень серьезные проблемы с едой. Я еще зайду еще в косис. Я сейчас, наверное, буду крафтить на спальник. Потому что я скрафчу спальник, умру на нем и возражусь. Это единственный вариант, как по мне. Но я уже все косы потратил на бинты. Проблема в этом. Так, придется идти в другой какой-нибудь город. Насколько я знаю, Альбертон рядом с военной базой. Военная база мне не нужна. Мне нужен какой-нибудь город, где я могу найти что-нибудь для себя полезное. Но тут я уже все, что мог, я уже нашел. И, к сожалению, ничего такого серьезного. Следовало первым делом качать survival, потому что я так буду медленнее голодать. И я уже прокачал на 3 пункта, но мне это уже мало чем поможет. Потому что я уже изголодался серьезно. Там, по идее, должен быть мост, и... Да, мост есть. Но еды я там вряд ли найду. Никакой еды на мосту вроде бы нету. Ну, только вот в машинах, наверное. И время, наверное, тратить не стоит. Вот тут вот... Я понимаю то, что лут тут хороший, но мне сейчас не до этого. Тут еще кто-то пишет что-то, шалом, зевок пишет, ну окей. Пробегаем это место и идем сразу же в город... как он уже называется, а? Я вспомнил! Я еще пробегаю рядом с военной базой, этот город называется Стрэтфорд. В нашей текущей версии игры, в Pay, которая у нас есть в Ансерна 3.0, а в старой версии он назывался как-то по-другому, и я уже не вспомню, наверное. Но я точно помню, что он назывался как-то по-другому. Военная база, как в Pay 2.2.5, это очень круто, это ностальжи. Реально, карта очень крутая. Карта очень крутая, плюс на 4 на 4 километра, плюс она очень хардкорная, я нахожу ягоды, я их, конечно же, ем. Потому что у меня нету выбора, у меня 10% жажды. И она мне дала отлично, но я получил заражение, получил галюны, ребята.
Еще немного я начну умирать от заражения. Что тут такое? Тут надо найти некий баланс между жаждой, между едой, между заражением. Офигеть. Ох, это будет очень жестко. Еще один город. Я вижу магазин. Мне стоит идти сразу же в магазин. Не в Магадан, а именно в магазин. Потому что я там могу найти немножко воды, немножко еды. Можно воды, пожалуйста, дайте воды. 15-й год. Йоу. Так. Магазинчик, выручи меня, пожалуйста. Зомби. Главное понять, где зомби. Все понял. С правой стороны вроде никого нету. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Так, тут ничего нет полезного. Заходим сюда. Очень хорошо, что внутри здания нету зомби. Бутерброд, пожалуйста. Нет, он просроченный. Какого черта? И лучше выкидывать их куда-нибудь тут на землю. Да, потому что может заспавниться новый лут. И тут больше ничего нету. Вода! Можно воды! Отлично! 46% пойдет, пьем, напиваемся. Ё-моё. Фух, это уже хоть что-то. Плюс у меня еще есть шоколадка 42%, но я бы ее лучше не ел. Так, можно уже залезть на Снайпер Тауэр. И посмотреть, что у нас там есть. Фух, ребята, пишите в комментариях, как вам такое хардкорное выживание. По мне, так это очень круто. Мне этого не хватало в Анчартед. Патроны, цивилиан, хорошо возьмем. Пригодятся. Фух. И я так подумал, пока слазил со Снайпер Тауэра, давайте я разыграю ключик к кейсам Анчартед среди тех, кто репостнет это видео с моей группы ВКонтакте vk.com/testptv. Разыграю один ключик, и итоги будут через 3 дня где-то. Ого, опять мне прижало стенкой. Фух, так, рвем на металл. Отлично. Металл тут очень полезная тема, потому что я могу им чинить свой топор, который... Отчасти быстро изнашивается. Полицейский участок, мне нужен ствол. Мне очень... Что это такое? Я сейчас сдохну. Как я пропустил этот удар? О, господи. Как мне страшно. Еще один удар, это ваншот. Так. Фух. О, господи. О, господи, как мне страшно, когда у меня ударил было. Это просто пипец, как будто играю в какой-то хоррор. Как же мне страшно. Давай лучше бег прокачаем сейчас, я не знаю. Фух. Давай еще, наверное, одним бинтиком захилимся, потому что я отъеду сразу же, если по мне еще раз ударят. И у меня есть еще в запасе два бинта, но я умираю от заражения, ё-моё, нет. Нет, я кричу в чат, может быть, мне кто-нибудь поможет. Блин, я еще с ошибкой написал, умираю. Тут хорошие ребята играют, это радует. Я нахожусь, я в Стратфорде. Я в Стратфорде. Фух. Ребятки, что делать? 30%. Офигеть. Вот это да. Насколько я знаю, тут где-то должна быть аптека. Блин, все-таки походу я отъеду. Единственный мой шанс это спальник, чтобы сохранить хоть чуточку своего лута. Так что сейчас будем бегать по домам и искать. И искать какую-нибудь одежду. Это мой единственный шанс. Так, одежду нашел. Рвем. Три коса. Что это было? Воу! Откуда? Откуда невидимки? Да что это такое, ребята? Да что это такое? Как мне сражаться? Отъехал. Так. Блин. Это файт на миллион. Да ё-моё. Я трачу на себя время. Я умираю. Грёбаная невидимка. Откуда ты взялся вообще? Подонок. Сдохни. 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 О, это сложно, ребята. Так. Так.
Захилимся хоть чуть-чуть, 12%, ё-моё, гансы. Я, походу, откинусь на этом кладбище. Тут ничего нету. Пост, фаер, пожарка. А мне нужен какой-нибудь домик, я не знаю. Домик, 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 где мне найти? Так, 10%. 10%. Ё-моё. А, где этот невидимка был? Я так офигел. А, так, так, так. Тут ничего нету, к сожалению. 8%. Я, походу, ща откинусь. Так. Ё-моё. Ну я просто так не сдамся. Так. Главное, чтобы у меня засада не было. Так. Эта одежда выпала! Нет, не бей меня! Блин, ребята, как же мне страшно! Еще один ползущий зомби. Мне надо их убивать, чтобы я выжил. А, нет, подождите! Нет, 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 пожалуйста! Пожалуйста! Ё-моё! Так. Так, что мы делаем? О, господи. Я, походу, не успеваю. К сожалению. К сожалению. А вот такая у меня была жизнь. К сожалению, я не смог выжить в этом суровом мире. Но если вы хотите, чтобы я продолжал играть на таком хардкорном сервере, то обязательно пишите в комментариях. Это будет какой-то даже пилотный выпуск, тестовый. И решайте сами, играть мне на нормальном уровне сложности, играть на картах с нормальным уровнем сложности, либо идти вот на такой хардкорный сервер с крутой картой. Решайте вы, ребята, а я попробую сейчас прийти к своему луту. Вот так вот я сдох, к сожалению. Я появился около моста, а это значит, что я могу забрать свой лут, и отчасти это даже хорошо, только я не могу понять, это тот мост, который мне надо, или нет, это мост конфедерации? Да, тут у нас военная база. Играть в эту игру стало мне намного сложнее, потому что, во-первых, ребята, я играл в эту игру где-то месяц назад, и... азы даже самые забыл, как перетаскивать лут. Я тупил с этим в самом начале. И я еще забыл, как приседать. Я забыл то, что это кнопочка X у нас. Я нашел ягоды. Ягоды вроде даже могут быть неплохие. О, еще ягоды! Еще ягоды! Я давно так не радовался ягодам. Тут еще синие, отлично. Офигеть, сколько тут ягод, слушай! Здорово! Здорово, отлично! Я, наверное, даже не буду ставить нумерацию этой серии, потому что это будет тестовая серия, где я буду страдать. Да, я страдаю от зомби. Давно такого не было, ребята. Это, наверное, было, как только я начинал играть в Unsurnet. Фух. Но первым делом сейчас буду прокачивать survival, естественно. Survival, survival, survival. Фух. Главное, найти мне свой лут. Я там порвал свой рюкзак в надежде, что я успею скрафтить спальник, но, увы, я там вообще не выживал, вообще никак. Ох, как же это было стрёмно, ребята. Эти зомби, они такие стрёмные, ищу ягоды. Все ягоды подбираем, потому что ягоды могут спасти мне жизнь. Фух, уже темнее, да, пора бы уже заканчивать. Пора бы уже отправиться монтировать видосы, наконец-таки выложить на канал видео по Unsurnet. Многие его ждали. Многие его хотели, и вот оно у нас будет. Немножко страдающее, немного с болью. Моей болью от страданий, которые приносят мне зомби, приносят мне голод, приносят мне редкий лут, который еле-еле может найти. Я хочу отправиться еще вот на этот остров. И попробовать залутать его. Там у нас упавший вертолет. Это Pay 225, похоже. Это не New Brunswick, это Pay 225. Офигеть. Фух. Ищу ягоды. Слушай, тут очень много ягод. Как я их пропустил? Я бежал по этой дороге. А нет, я бежал по горке. Так, что мы можем скрафтить? Крафтим. Все, скрафтили. Немножко места освободили. И насколько я знаю, крафченные ягоды — это очень даже неплохие ягоды. Ищу ягоды. Офигеть. Слушай, тут очень круто. Так.
А я вот хочу понять, тут карта. Здесь есть локации, кроме локаций, которые были в Paid 2.2.5? Может, какая-то тут расширенная версия? Мне очень-очень интересно. Так, ягоды, наверное, стоит спрятать. И сейчас надо найти Уилд. Никто его не должен найти, потому что я спрятал его в воде. Только я знаю, где он есть. Фух. Офигеть, конечно. Блин, мне кажется, это вообще не Нью-Брунсвик, а какая-то карта. Нет, Нью-Брунсвик, смотри, написано. Так что играем на Нью-Брунсвик. Мне вообще показалось, что это какая-то карта. P225. Так, это выпало от того, что я скрафтил себе немножко. Немножко себе скрафтил. Так, все, мы переодеваемся. Так, штаны есть, майка есть, топор есть. Что мне еще надо для счастья? Почему не стрелял с дробовика, я не знаю. Забыл уже про него. Так. О, я вспомнил, как быстренько перетаскивать. Отлично. Фух. Нет, сейчас бы сдохнуть от этого. Ты серьезно? Так. Я, наверное, даже смогу скрафтить, если еще порву шапку. Так. Сколько у меня? 12 косов. По идее, должно хватить. Так, а где только крафт? Вспоминай. Так, ну не тут, наверное. Вот, нашел спальник, отлично. И давай еще бинтов. Бинтов. Вот так вот. У меня будет хороший бинтик и вроде бы плохой. Нет, плохого нету, к сожалению. Блин, еще красная ночь. Еще полная луна, ребята. Вон она выходит уже. Но я хочу немножко попробовать полутаться. Я поставлю спальник где-то. Я даже не знаю, где мне его поставить. Пока, наверное, ставить даже не буду. Попробуем аккуратненько. Чертовы ходячие, кто-то пишет. Да, ходячие очень ожесточились. Я хочу попасть в полицейский участок. В полицейском участке я хочу забрать пистолет, потому что там по-любому должен быть пистолет. Это же полицейский участок. Офигеть. Тут эти ходячие зомби. Так. Ты меня не заметишь, надеюсь. Но у них еще красные глаза, у них нюх и внимание обострились. Так, что у нас тут есть? Ну, тут ни черта, ничего удивительного. Так. Хорошо. Пока что все хорошо. Я очень надеюсь. Блин, на меня уже кто-то сагрился. Ага, понял. Тебя надо убивать. Хорошо, что на меня другие не сагрились, так? Очень уверенно, кстати, его положил. Походу, я с ним сражался. Так. Я только посмотрю в окошко, есть ли у вас там оружие. А если нет, то я уйду. Блин, ко мне идет полицейский, но это даже, наверное, хорошо, потому что с него может пистолет выпасть. Или полицейский бронежилет, или одежда его. Мне все надо. Балаклава не так сильно. Но балаклава тоже пойдет, на самом деле. Так. Все, больше меня никто не заметит. Блин, сразу два! Сразу двое! Офигеть! Так. Так. Блин, хорошо, что они меня не догоняют. Так. И ты отваливайся. 9 экспириенса дается, ребята! Ребята, это заявочка. Это на Вайпер мой. Нет, 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 нет! Блин! Офигеть! Почему у меня бинта нету? Юзай его, ё-моё, идиотина. Ставим спальник. Клеймим его, все. Теперь должно быть все хорошо. Так. Офигеть. Рюкзак, хорошо. Рюкзак это хорошо. Я буду кушать ягоды, потому что они мне могут восстановить жизни. Бинтов у меня... Они есть у меня бинтик, хорошо. Так, я не знаю, мне дали жизни или нет. Давай эти попробуем. Так. О, 31 жизнь дала, но у меня радиация добавилась, ё-моё. Но у меня сейчас жизнь будет восстанавливаться, потому что я сыт. От 90% начинается восстановление. Так. Я вроде почти со всеми разобрался. Так. Надеюсь, ты меня не заметишь. Никто. Там еще лежачий. Так. Аккуратненько. Зомби убивают тут. Нет, пожалуйста, нет.
Так, это лежачий. Пробегаем его. Ой, я тут выпрыгну. Нет, я тут не выпрыгну, ё-моё. Блин, тут... Офигеть, что мне делать, ребята? Я заберусь на верхний этаж. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Он уже идет. Он уже идет. Выпрыгивай, ё-моё! О, господи, как это страшно! У меня стамины не было. Все, они убегают. Они убегают. Это мой шанс пройти туда и забрать еще раз лут. Насколько это странно, ребята. Они остались там внутри. Офигеть. Офигеть. Я сейчас буду что-то делать. Блин, зомби, они такие серьезные, они такие жестокие. Что с ними делать, объясните вы мне. Это самоубийство идти в город в полную луну. Что я сейчас делаю? Я их отманю. У меня стаминка есть? Стаминка прокачать надо. Так, наверное, даже стаминку прокачаем, потому что мне сейчас бегать придется. Умирать я снова не хочу. Хотя их можно поубивать и пофармить экспу. Это единственный плюс. Зомби, я тут, зомби. Зомби. Давайте сюда, давайте. Я тут, я тут, тут, тут. Давайте уйдем сюда. Ну-ка, кто-то бежит ко мне. Ё-моё, а чё никого нету? Я ж кого-то согрел. Блин, неужели мне надо подняться к ним? Они такие меня байтят. Они знают то, что там у них лут есть. Они что, видели, что я спальник поставил? Так. Они ушли. Зомби ушли, отлично. Отлично. О, господи, как это здорово, что они ушли. И у меня снова было оружие, но я не воспользовался им. Еще есть магазин оружия, в который я сейчас отправлюсь в надежде найти что-нибудь. Так. Так. Уже потемнело очень сильно. Да, на меня идет полицейский. Полицейский. Гражданин полицейский. Почему так темно? Вы мне объясните. Мне кажется, очень-очень темно стало. Я только-только лишь загляну в магазин оружия. Наверное, даже пробегу. Так, стаминку качаем. Не могу прокачать. Пока что иду пешком, но потом просто побегу, потому что... Блин, там еще вроде бегающий есть. И плевальщик. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Я опять сдохну. Я не хочу опять сдыхать. Еще потемнело очень сильно. Вам уже мало чего видно. Но я этот момент осветлю, ребятки. Так. Ну давай, давай, давай. Ладно. Ладно, пошли. Стаминка есть? Если что, мы убежим. Вода рядом есть. Зомби, бегай за мной. Зомби, только меня не трогай, пожалуйста. Блин, сейчас мне еще плеваться будут. Так, что у нас тут есть? Ребята, что у нас тут есть интересного? Блин, там что-то было, я не взял. Все, я убегаю. Я убегаю. О, господи. Пожалуйста, не надо. Блин, за мной бегающий идет. Так. Все хорошо. Все хорошо, просто уходим. Просто уходим. Единственное, что я хочу сделать, это забрать свой спальник, но это я уже сделаю за кадром. Большое спасибо за просмотр, ребята. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Участвуйте в розыгрыше, ведь вы можете выиграть ключик к консюру, но это единственное, что вам надо сделать, это сделать репост с моей группы ВКонтакте. Ё-моё, ё-моё. О, господи. Эти зомби, это просто жесть. Зомби, идите в жопу. О, господи. О, господи, сколько их за мной идет. Тут еще огромная куча зомби. Я забыл про этот кемпинг, кстати. Офигеть. Ну что, спасибо за просмотр, ребята. Удачи и до скорых встреч. Гребаный хоррор.